Школьников республики научат финансовой грамотности. Пилотное преподавание предмета началось в конце прошлого года в 72 регионах страны. В Чувашии финансовой грамотности будут учить в трех столичных школах – 24, 30 и 48, а также в гимназии в Мариинском Посаде и в одной из школ Батыревского района. Планируется, что занятия будут проводиться в формате факультатива. Впоследствии основу финансовой грамотности ученики будут изучать в рамках изучения таких предметов, как ОБЖ, география, история и математика. Детей научат, как правильно распоряжаться деньгами и распределять семейный бюджет. На уроки будут приглашать финансистов и банкиров, которые поделятся своим опытом.